На главу скоро подействует яд. Фэнджи, замолчи. Я говорю правду, пусть они тоже знают. Если не будет противоядия, вы умрете. Фэнджи, что произошло? Объясни. Не смей говорить. Оуян лучший врач в мире. Он все сможет вылечить. Фэнджи, продолжай. Принцесса сейчас очень слаба, ей нужен хороший отдых. Дорогая, отдохни как следует. Мы с Оуяном обязательно найдем способ спасти тебя. Мне нужны подробные объяснения. Все тайные стражи – мастера боевых искусств. Они могут проникнуть куда угодно. Чтобы контролировать их, императрица использовала особый яд. Его называют «Шафран Станачей» – Байесань. Шафран Байесань. Я слышал о таком. Этот яд не сразу убивает. Со временем его токсичность усиливается. Противоядие надо принимать каждые 100 дней. Оно временно нейтрализует яд. Но через 100 дней его действие снижается. Другими словами, однажды отравленный отравлен на всю жизнь. В последний раз глава принимала лекарство 93 дня назад. Оуян, я вернусь в лечебницу и приготовлю лекарство. Я хочу создать идеальное снадобье, способное полностью вывести яд. Но у противоядия могут быть побочные эффекты. Не знаю, как ты это воспримешь. О чем речь? В худшем случае неподвижность, в лучшем — потеря памяти. Проще говоря, она может тебя забыть. Лекарь Ауян, ты правда можешь спасти главу? Сомневаешься в моих навыках? Я волнуюсь не из-за этого. Ее отравили в 10-летнем возрасте, прошло целых 10 лет. Яд проник очень глубоко, и каждые 100 дней будет только хуже. Я очень переживаю за главу. Сестра Фанджи, пока в мире существуют яды, должны быть и противоядия. И сделать его мне, лекарю Оуяну, ничего не стоит. Так что просто позаботься обо мне. Ты ведь тоже из темной стражи? Одна из них? Да. Последняя. Тогда и ты. Если честно, я не отравлена. Императрица считает, что я глупая и не доверяет важную работу. Эта глава настояла взять меня с собой. Действительно, травить тебя — пустая трата. Что ты сказал? Неважно. Что-то в горле пишет. Ну-ка, подожди. Лекарь Оуян, ты сейчас переживал за меня? Не говори вздор. А почему тогда ты покраснел? Это не та книга. Посмотрю другую. Дорогая, это грязная кровь. Похоже, эффект есть. Продолжим. Посмотри на себя. Ты весь побледнел. Не трать энергию на меня. Ничего. Давай
Сегодня вечером отдохнем. Можем продолжить завтра. Дорогая, я не устал. Пока противоядия нет, я беспокоюсь. Давай продолжим. Ты не устал, а я устала. К тому же, дорогой, я уже много дней толком не ела. Я голодная. Хорошо. Сделаем перерыв. Я попрошу приготовить еду. Дорогая, это тонизирующий суп из астрагала и дягеля. Попробуй. Еще ложечку. Дорогая, Оуян готовит противоядие. Уверен, его лекарские навыки очень скоро помогут тебе поправиться. Тогда давай уедем отсюда. Будем путешествовать. Как тебе? Дорогой, пока я рядом с тобой, где бы мы ни были, что бы ни делали, я буду очень счастлива. Я тоже. Ладно, давай поедим. Кушай побольше. Быстрее восстановишься. Ладно, тогда это все мое. А ты не ешь. Лекарь Оуян, отдохни. Съешь что-нибудь. Хорошо. Лекарь Оуян, если глава примет противоядие, она правда будет прикована к постели из-за слабости в ногах? Не будет. Не будет?